Мої святкові вітання. Сьогодні ми пропонуємо один із варіантів новорічного або різдвяного меню від усієї нашої творчої команди ранкового ефіру Аліксу «Найкращий день сьогодні». І на нашій кухні чарівні та дуже різні дівчата, які зустрічають вас щоранку з екранів. Автори та ведучі програм Анна Соболь, Вікторія Самоленко та наша шеф-редакторка Євгенія Чуксіна. Дівчата, рада вас бачити разом зі мною на смачного. Привіт. Привіт, Марко. Привет. Нам дуже приємно, що ми сьогодні всі вместе здесь тут собрались. А мені не тільки приємно, а ще й цікаво. Ви кожна, я знаю, підготували по одній страві, з яких ми потім зберемо наш чудовий новорічний стіл. З мене шампанське, з вас продукти, ось вони вже на столі. Давайте почнемо. Що будемо готувати, Аню? Итак, что нам сегодня надо? Кстати, друзья, мы сегодня готовим брускеты под названием «Звезды». Итак, мне для этого надо тостерный хлеб, запеченные баклажаны, мята, лимон, чеснок, специи, кунжут и кедровые орешки. Запутала я всех, но ничего, дальше будем разбираться. Думаю, чудова страва вийде, адже назва, ну, просто відповідає сьогоднішньому нашому складу. Я старалась. Віка, що буде від тебе? В преддверии самого волшебного праздника Нового года я бы хотела предложить всем нашим телезрителям приготовить, на мой взгляд, волшебный и очень полезный для здоровья салат. Ну, від тебе так. Має бути все корисно. Название у него тоже тематическое. Новогодний венок. Нам понадобится листья салата, шпинат, руккола, базилик. Вся зелень, которая у вас есть дома. Помидоры черри, сыр моцарелла и оливки. Цікавий також рецепт, проте це все були закуски. Основна страва в нас від Жені. Женю? Звісно, від мене коронне блюдо, це будуть свині стейки. Для їх створення, кстати, стейки я назвала безпроигрышними. Ну, я потом объясню, почему именно такое название. Нам понадобятся мужские специи. Я считаю, что розмарин и смесь перцев – это мужские специи. Чеснок, гранат и, собственно, оливковое масло. И один еще один секретный ингредиент, который и превратит наши стейки в беспроигрышные. Я о нем умолчу. Що, дівчата, звучить, це все надзвичайно смачно. Думаю, що так і вийде. Пропоную розпочати готувати з тебе, Аню. Побачимося з тобою тут за декілька секунд. Согласна. Друзья, почему звезда? Ну, мне кажется, все просто, все-таки Новый год. У нас утренний эфир сегодня. На утреннем эфире одни девочки. Ну, а кто девочки? Это, конечно же, звезды. Зеленки. Или богини. Ну, давайте сегодня остановимся на слове звезда. Поэтому, друзья, вот у нас есть у меня, точнее, именно у меня, есть вот такая специальная форма в виде звездочки. Поэтому сегодня тосты будем вырезать ей. Итак. Марго, как видишь, наши звездочки некоторые уже готовые. Теперь можно их класть на сковородку, подогревать и уже делать из них полноценные брускеты, гренки так называемые. Давай цим и займемося. А ты мне, будь ласка, от, дай відповідь на таке питання. Знаєте, у нас дівчина дуже запальна. Я думаю, багато часу не бажаєш витрачати у новорічну ніч на приготування усіляких страв. Проте, що головне все ж таки має бути на твоєму новорічному столі? Я так надеялась, что ты не скажешь слово «проте», ну «но», потому что я действительно не люблю готовить в новогоднюю ночь. То есть я не говорю, что я вообще не готовлю, но 31 декабря – это должен быть день, посвящен релаксу, расслаблению, подготовке себя к Новому году. Неважно, у каждого своя подготовка. Вот для меня кухонные истории совершенно сюда не входят. То есть, безусловно, я готовить умею и делаю салаты, но это все абсолютно традиционно. И пока наши звезды, Марго, готовятся, я предлагаю уже приступить к баклажанам. Их надо сейчас порезать кубиком, аккуратненько. Давай хлебушек сложим. Надеюсь, ты мне поможешь. Я буду один резать, і ти. Давай, я буду дивитися, як ти це робиш, і повторювати. Аня, чому ти приділяєш більше всього увагу у новорічну ніч? Що для тебе головне для святкування, для атмосфери особливої? Спокій. Спокій? Спокій. Я дуже не люблю суету. Дуже люблю суету. Я люблю, щоб все було чинно, благородно, розмірено. То есть это для меня это самое главное, ну, чтобы были близкие, родные люди.
Желательно, чтобы это было где-то за границей, конечно же. Ты відзначала колись Новий рік за кордоном? Да, были такі случаи. Последний раз это было в Болгарии, горнолыжный курорт. Мне очень там понравилось. Вот то, о чем я говорила по поводу спокойствия, расслабленности. Покатался на лыжах, пришел, принял джакузи, накрасился, одел красивое платье. И никакого вышел, да, вышел, там уже все за тебя приготовили. Что зараз модно? У чому ты будешь зустрічати цей Новий рік? Дай нам поради. Марго, ты знаешь, для меня это сложный вопрос, потому что каждый год мода и традиции, как надо встречать Новый год, практически никогда не пересекаются. Mm-hmm. То надо быть в блестящем, то надо быть в красном, то в черном, то в синем. Я считаю, что все-таки Новый год надо встречать, быть женственной. То есть это должно быть какое-то праздничное платье, желательно, конечно же, вечернее. Понимаю, что не, в условиях квартиры не все могут себе это позволить, однако почему бы и нет? Почему бы даже на Новый год не сделать приятно себе, любимому мужчине или еще кому-то? Итак, друзья, Марго, прежде всего, конечно же, наши звезды уже готовы, они уже подрумянились, красивые стали, поэтому, Марго, я вижу... Баклажанчики я уже дорезаю. Да, ты вижу, уже дорезаешь их, поэтому что нам надо? Сейчас мы начинаем делать тхину. Я знаю, что мне многие скажут сейчас, что это такое, а я решила заморочиться, почему бы и нет. Поэтому что нам надо для тхины? Мы берем кунжут, все наши специи, кидаем их на сковородочку и поджариваем. Так, поки ти будеш цим займатися, ще мені, будь ласка, скажи, про вечірню сукню ми вже зрозуміли. Давай трішки про роботу. Що найскладніше у нашій з тобою професії особисто для тебе? І що найлегше, що тобі більше всього подобається і не подобається? Самое сложное – это выглядеть хорошо каждый день. И самое легкое – это выглядеть хорошо каждый день. Потому что я от этого получаю удовольствие, от украшения себя косметикой, одеждой, аксессуарами. Інколи буває, що ти у нас у кабінеті йдеш до дзеркала і кажеш, боже, я вже не можу фарбуватися, я вже не можу придумати, яку мені сукню вдягти і так далі. Де береш тоді натхнення, аби продовжувати виглядати чудово? Це я душою кривлю. Это я всех обманываю нагло. Нет, это, конечно же, как у всех бывает людей, есть усталость, а потом ты понимаешь, что ты именно здесь и можешь найти свое вдохновение, и понимаешь, да ну что ж такое, это же любимое дело, и поэтому как-то, да, оно просыпается в тебе, ты понимаешь, что ты от этого и берешь какое-то такое, как на снагу. На снагу. На снагу, скажем. Так, Марго, надо не забывать о том, что у нас на сковородочке тут уже... Паста. Паста. Ну, она скоро будет готова. Смотри, что нам надо. Сейчас она прогреется, поджарится, и потом ее должны перемолоть. Марго, я знаю, что многие впервые слышат это слово «тхина», поэтому могу вам сказать точно, что такая продается в магазине, и не обязательно ее готовить самостоятельно. Мы вышли на финальный этап наших супер-брускет, подготовки к брускет Новому году. Итак, что сейчас делаешь ты? Ты режешь мяту. Красиво, пожалуйста, Марго, сделай это. Чесночок, пожалуйста, выдавь нам. А я нашу пасту, тахин, который заранее приготовлен, кладу в салат. Итак, 2-3 ложки, больше, думаю, не надо. Там уже посмотрим по вкусу. И осталось заправить еще лимонным соком і оливковим маслом. Анечко, розкажи, будь ласка, яка програма, над якою ти працюєш, твоя улюблена? Это, наверное, для меня самый сложный вопрос, потому что абсолютно все программы разноплановые, и, не буду кривить душой, я очень люблю моду, я обожаю Fashion Club, я очень люблю дизайн, то есть я люблю всегда смотреть журналы с новинками архитектурными, дизайнерскими, то есть, конечно же, это лаборатория дизайна. Ну и еще я люблю, наверное, как все новое, что появилось новенького в мире, поэтому не каждый знает. Я его делаю, ты знаешь, для себя именно в удовольствие. Это именно не из-под палки, я сама ищу, что же там такого, наши умы ты светлые. Ты любишь журналистику, любишь свою работу, адже за специальностью ты физик? Да, я не люблю журналистику. Но я и физику не люблю. Я люблю телевидение, я люблю делать телевизионный продукт.
Люблю получать, вот когда я смотрю на готовый телевизионный продукт, который хорошо, качественно смонтирован, снят, я получаю от этого большое эстетическое удовольствие. Вот что я люблю. Класно. Я також дуже люблю телебачення, ну, власне, тому, напевно, ми працюємо. Аня, скажи, будь ласка, як твій чоловік, твої близькі ставляться до того, що ти, ну, надзвичайно багато часу, це я по собі знаю, витрачаєш на, ну, не на сім'ю, так, а на роботу? Ну, муж мой тоже не сидит дома, не лежит на диване, он также занят даже иногда больше, чем я, поэтому для нас вообще-то никогда не проблема, если кого-то нет дома, мы просто знаем, что ну, всегда ви, никого нет. Ну, вы телевизионная родина, тому человек да. тебя разумеет, а батьки? А родители просто, вы знаете, Марго, ты знаешь, я уже, наверное, с лет 18-19 понимала, что я хочу быть только на телевидении. И они всячески этому способствовали, и они понимали, что как не видели меня дома раньше, так и не увидят. Мама, папа, они все прекрасно понимают, сами такие любят куда-то дернуть, поэтому не проблема. Давай, напевно, останній штрих оливкової олії перемішуємо и будем уже формувати брускетки? Да, вот я так понимаю, вот это у нас оливковое масло. Давай, я Будем сейчас помогать. Его красиво наливать. Оп, я знаю, что надо лить понад стеночками, угу. чтобы оно равномернее распределилось. Бачишь, ты кажешь, что ты не любишь готовить. А я случайно как-то переключила канал, не буду говорить какой, и там как раз говорили этот совет. Я сидела в стомотологии. Я а ты слышала? Дивишься? Дивишься телевизор? Да, да? Да, конечно. Я утром, когда я завтракаю, обязательно телевизор Який включу. Який напрямок? Ну, що ти любиш дивитися? М1? Кліпи? Нет, вообще не люблю с утра музыку. С утра я очень, я человек, который медленно просыпается, поэтому что-то спокойное. Вообще сериалы. Сериалы. Я включаю либо Алекс, когда я понимаю, что Алекс захватит, я переключаю на сериалы. Какие сериалы любишь дивитися? Сейчас. Теория большого взрыва, друзья, ну, то есть вот я такое люблю, что-то более живенькое со вкусом, никаких убийств, никакой крови. Музыка. Музыка. Что-то такое? Ну, с тобой дозволу я буду уже, так? Да, уже. Да, Марго, ты прям знаешь. Я, видишь, с тобой заговорилась и забыла, что мы готовим тут брускетты звездные. Я не просто так, а ведучая. Тому так. Давай, може, ти мені будеш допомагати давай, трішечки? Давай, да. Скажи, що тебе надихає? От де ти береш сили? Путешествия. Ну, завжди подорожувати не виходить? Звісно, ні. Поэтому я живу от путешествия до путешествия. Я приїхала з нового путешествия, починаю сразу же планувати следующее. Розкажи, де ти була в останній раз? Последний раз я була в Іспанії, я була в Барселоні, в Лора-дель-Марі. Такой хороший, такой небольшой курортный городишко. Не очень красиво, я была жива, но ничего. У тебя шопинг, туризм? Чи... У меня все туризм. Я не еду, если я понимаю, что я буду либо только лежать, либо только шопиться, либо только смотреть на архитектуру. Я должна полежать на пляже, скупиться и, конечно же, посмотреть архитектуру. Это для меня, это моя еще одна... пристрастие одно. Де ти ще не була, а проте мрієш побувати? От прям, щоб мрія, не просто так кудись, а... Рио-де-Жанейро і Сингапур. Это то, что обязательно. И Маврикий, из островов Маврикий. Обязательно. А той відпочинок, щоб просто полежати на пляжі, як розумію, тебе не надихає, так? Он, конечно же, меня вдохновляет, но день я лежу, день я скупляюсь, день я гуляю по городу. Ага. И такой вот так замкнутый круг. Зрозуміла я тебе, ось така в нас з тобою жива розмова ну, вийшла. Диви, ми з тобою отак от робимо. Мені подобається. І будемо вже запрошувати, напевно, після тебе на нашу кухню Віку. Ти зі своєю справою впоралася, тож надіюсь, рухаємось надіюсь. Далі. Віко, ну що ж, давай тепер приступимо до твоєї новорічної страви, новорічний вінок. З чого почнемо? Марго, давай начнем с зелени. Мой салат состоит из очень полезных для здоровья ингредиентов. Мы с тобой воспользуемся листьями салата, шпинатом, базилик у нас есть, да? Так, все, что мы сегодня имеем, мы с тобой имеем. Что зараз робити? Мы должны его аккуратненько или неаккуратненько рвать на мелкие или крупные части, кому как нравится. Мы с тобой два будем на средние части. Давай. Віка, ти в нас людина сімейна, в тебе чоловік, в тебе чудовий синочок Богдан. Богдане, привіт. Скажи, будь ласка, ти 100% накриваєш якийсь новорічний стіл. Що має бути зазвичай на твоєму столі? Без чого не обходиться жоден Новий рік? Ти знаєш, кожен Новий год
абсолютно разные. И стол я накрываю по-разному, потому что я с уважением отношусь к символам уходящего и приходящего года. И в зависимости от этого я очень тщательно изучаю, что любит то или иной символ, и стараюсь приготовить для нового приходящего года что-то очень вкусное и символическое. Я за здоровый образ питания, и мы стараемся очень питаться здоровой, правильной пищей. Поэтому это все самое простое и самое удобное. Что будешь готовить на цей рік? Легкие салаты. На этот год я буду обязательно, однозначно, легкие салаты, легкие какие-то закусочки. Я стараюсь минимизировать майонез. Я заправляю это все маслом оливковым. Немножко посолить. Стараюсь побольше овощей, фруктов. Так как я мясо стараюсь практически не кушать сейчас, будут морепродукты. Я очень люблю кальмары, креветки, рыбу маринованную, в духовке запекаю. Честно, будет все идти по желанию. Вот как захочу в этот Новый год, так и сделаю. Единственное, что я не люблю готовить, стоять целый день, два дня, потому что потом ты не ощущаешь праздника, да, ты уставшая, ты расклеенная. И я считаю, что духовная пища первична, а потом уже... Які основні складові свята, звичайно, що крім столу, окрім образу, що повинно відбуватися у цей день в твоєму ритмі? А та однозначно приход Деда Мороза. У нас, з появлением моєго ребенка, Дед Мороз к нам стал заходить дуже часто. Кожен год однозначно. На Николайчик тоже нас посещает. И обязательно традиция, это наш, это Новый год, и мы все вместе, если у нас есть гости, я, муж, ребенок, мы вводим хороводы, мы рассказываем стихотворения, поем песни, это неотъемлемые вообще процессы, и за это мы получаем не только подарки, но и много положительных эмоций, впечатлений, это все очень... по-семейному, душевно. И ты знаешь, возвращает нас всех в детство. Мы все родом из детства. И я так искренне вхожу в этот процесс, и я так радуюсь тому Деду Морозу и Снегурочке. У меня расскажу тебе... Историю? Да. Давай. Мой опыт из жизни. Я с 8 класса была дежурной Снегурочкой. А-а-а. Не только я родом из села, да, Акимовского района. И я была Снегурочкой по всему селу. Я ходила, поздравляла. Ты была той девчонкой, якій, точнее, все заздрили, так? Да, не скажу тебе, что заздрили, потому что это сумасшедший труд. Я столько тратила энергии и сил, потому что Снегурочка должна быть положительной, доброй и одаривать всех улыбкой, хорошим настроением. Я приходила домой, я была расклеена, но в то же время я была, наверное, самой счастливой девочкой, потому что я дарила много счастья, тепла и надежды на то, что действительно волшебство есть. Тобі було вже у дорослому віці, коли ти працювала в новорічну ніч, чи була не вдома? Ні, такого не було, тому що у мене муж категорично проти. Новий год – це сімейний праздник, і ми завжди його відмічаємо вдома, в кругу своєї сім'ї. Це така у вас традиція, да, так? Так, да, це однозначно. В тебе Богдана син пише листи до Діда Мороза або Святого Миколая? Звісно, не тільки Богдан, і я пишу. І я в це свято вірю. Тому що якщо ми не будемо вірити, самі створювати собі це чудо, цей праздник, нам его Бог, Вселенная нам его не даст просто так, вот на тебе. Мы должны просить, мы должны посылать положительные позывы, мы должны жить и посылать такую энергию, которую мы хотим получить обратно. Поэтому я всегда пишу, и у меня ребенку 9 лет, он искренне верит, что его слышат, ему это все воздается. И я уверена, что и нам, всем взрослым воздается за все наши деяния, все наши просьбы. Хорошо или плохо, это все уроки. Абсолютно с тобой погоджусь, Вика. Ну что, мы нарвали, достатньо, да? Достатньо, я думаю, уже, да? Я думаю, да. Сейчас нам нужно заправить салат. Мы с тобой заправим бальзамическим уксусом, оливковым маслом и немножко лимонным соком. Давай, да, по желанию можно подсолить, но мы этого делать не будем, да? По желанию, кто хочет, или подперчить. Действительно, салат дуже простый. Но в то же время он вот с такой, с кислинкой и легкой, потому что всегда на Новый год мы кушаем много, да? А это такая, действительно, чудовая закуска. А зелень всегда помогает лучше усваиваться и белкам, и углеводам. Вика, давай зараз трішки про роботу поговоримо. Скажи, будь ласка, що тобі найскладніше у нашій професії, а що, навпаки, найприємніше? Ну, ти знаєш, я ко всім процесам нашій роботі отношусь с уважением и, наверное, с полной отдачей и с большой ответственностью. И мне кажется, сложное все одновременно и сложное, и просто. То, что мне нравится больше всего, конечно, общение с людьми, живое общение. Это невероятная энергетика, это
такой объем информации, который ты получаешь, общаясь с другими людьми. У меня, да, программа есть, когда я беру интервью, общаюсь со звездами. Угу. Это люди иные, знаете, вот как с другой планеты. Каждый человек по-своему особенный, каждый выражает себя. Тобі це близько, адже ти співачка, до речі. Ну, я до этого, да, пела. Да, до этого я пела и практиковала. Очень люблю и считаю, что пение заменяет некую терапию душевную для людей. Это правда. Яка в тебе улюблена програма із тих, якими ти займаєшся у нас на каналі? Ну, як так? Я так не можу. Це всі мої дітки. Вони всі мені дуже близькі. Они все мои любимые. Есть те программы, которые тяжелые, которые требуют для меня больших усилий, но это все от того, что в моих каких-то знаниях есть пробелы, да, и мне mm-hmm. очень и тяжело, и в то же время приятно, потому что я восполняю эти пробелы. Не могу я выделить, все программы люблю, и всем программам очень рада и благодарна, что они у меня есть, и надеюсь, что будут другие, mm-hmm. еще интереснее, еще полезнее. Очень хочется, чтобы каждая программа несла что-то новое и положительное нашим зрителям. Тебе впізнают на вулицях? Давай расскажи далее, как робити. Так, давай мы, да, с тобой в форме веночка. Да. Мы сейчас с тобой выкладываем, тут мы фантазируем. Угу. Выкладываем все по кругу. Можно побольше тарелочку, можно поменьше. И будем украшать потом давай, помидорами. Ты выкладаешь, готовишь давай. Основу, а я... прикраси, скажімо так, на наш новорічний вінок. Я розумію, це будуть прикраси. Да, так, це буде украшення к нашому новогоднему. Клас. От мені дуже подобаються такі рецепти. Вони легкі, прості, очень красиві быстро, да. І дуже смачні. Уся ця ви жива можете їжа, за 10 минут так. зробити салат, і я уверена, що гості його обов'язково скушають. Оцінять і всі, да, оцінять. Так що, тебе впізнають на вулицях? Ты знаешь, да, я очень рада тому, что наш канал любят и наш канал смотрят. И у меня и во дворе, где я живу, многие меня встречают и говорят: «Ой, слушай, ты вчера о том рассказала, вот сегодня о том». Мне очень приятно, очень льстит. Про я какие же... программы наичастейше говорят? «Любимое Запорожье» угу. – это программа о нашем городе, о наших достопримечательностях. Интервью Алекса Фиша угу. – это ежедневная программа, которая... Ну, я думаю, украшает наш эфир интересными людьми, творческими людьми. Это все утренние рубрики, которые очень полезны, и зрители очень любят их. Я вот часто слышу по нашей перебивке вот музыки, угу. кто из соседей включил Алекс. Тобто в квартире? В квартире будучи? Бывает, да, я слышу. Я даже бывает просыпаюсь утром не от будильника, просыпаюсь от наших перебивок. А, класс. И мне так приятно, так согревает душу. Я хочу воспользоваться моментом и похвалить Марго не только как прекрасную телеведущую журналиста. Я знаю, что Марго прекрасная хозяйка. О, Вика, дуже тобі дякую. Ну, это правда. Она умничка, она консервирует, она готовит, она всегда когда удивляет нас, своих окружающих, я думаю. Ну, тебе провокационный вопрос. Ну, давай. Этот год для тебя будет особенным каким? Что ты в него вкладываешь? Какие ты аффирмации посылаешь Вселенной, чтобы они вернулись к тебе? Ой, це, напевно, для мене нескладне питання, адже... Ну, ти готова його розказати як сейчас, ти, да? Як і ти, в принципі, я вважаю, що головне – це мати... у собі якусь гармонію, так? Я завжди uh-huh. прошу у вищих сил бути спокійною, бути впевненою, бути із любов'ю, тому що якщо ти любиш все, що відбувається, свою роботу, своїх оточуючих, тих, навіть кого ти там, знаєш, якісь вороги в тебе є умовні, так? Потрібно всіх любити, тоді це буде повертатися. Тому я від і цього нового року бажаю тільки того, аби мені давали сили любити своє оточення. Я з тобою абсолютно всі 100% согласна, умничка. Я думаю, що наш весь утренній ефір так, живе з такою ж ідеєю. До речі, у нас дуже позитивна, в принципі, програма. Да. Ми про погане не говоримо ніколи. Ні, зачем? Очень много плохого в мірі. Ми завжди стараємося говорити тільки хорошим і положительним, а нужним. Ну що, диви. Дорогі телезрителі, дорога Марго, наше блюдо з тобою готово, просто, все. Легко. А давай ще, знаєш, да. що зробимо? Давай сюди ми таку, як бантик на віночку. На віночку, десь, давай. Десь центр ми... Якось отак. Оп. І все. Це в нас буде... Прекрасно. Да. Це в нас верх. Да. Ось такий новорічний спасибо віночок. Тобі за помощь, дякую да. тобі. Побачимося, коли будемо вже збирати наш сьогоднішній стіл.
Женя, мені було складно навіть уявити, що ти будеш готувати якусь іншу страву, а не м'ясо. Чому? Ну, тому що ти людина, яка любиш повторювати, що ти любиш живу їжу. Жива їжа – це м'ясо і овочі. Овочі в нас Віка готувала, ти м'ясо. Ти отобрала у мене весь текст. Я якраз на цьому і вистроїла всю концепцію нашої бесіди. Да, я люблю бистру і живу їду. Так. И начнемо с твоих стейков. Что готовим зараз? Что робимо? Так, первым делом мы должны стейки замариновать. Это 3 секунды дело. Берем стейки. Так, выкладываем. І поки говори мені, будь ласка, що має бути обов'язково на твоєму новорічному столі? Без чого ти не уявляєш свята? Маргошечка, значит, з годами я прийшла к такой мысли, что ничего обязательного быть не должно. Главное, чтобы стол был энергосберегающим. Чтобы никто не умер, пока его готовил. Никакая ни одна хозяйка не пострадала. Вот сейчас мы солим наши стейки. Я вообще не люблю. Если что-то нужно сначала мариновать, потом варить, потом жарить, а потом еще в духовочку с майонезом под сыр. Все, до свидания. До побачення. Это вообще не моя история. Стол должен быть красивый, нарядный, но... Ну, он, конечно, должен насытить, но не должен отобрать атмосферу праздника ни одного из участвующих. Атмосфера свята, яка вона для тебе? Тому що ти людина атмосферна, то є абсолютний факт. Є такі люди, вони приходять у якесь приміщення і заповняють повністю своєю енергією. От поділися з нами секретами, як не розплескати себе, а бути наповненою і вміти ще й при цьому подарувати радість своїм близьким. Марошечка, огромное тебе спасибо, что ты меня назвала атмосферным человеком. Такой комплимент. Ну, ты же хорошая, что ты имела в виду, я надеюсь. Вот, я про атмосферу. Знаешь, вот, наверное, самая стойкая память, она на ароматы и запахи. И для меня атмосфера сродни ароматам. Можно забыть какие-то детали, события, память может подвести. Но вот атмосферу ты будешь помнить, эти ощущения будешь помнить всегда. Для атмосферы важно, важно сохранять внутреннюю улыбку, даже если она куда-то из-за событий каких-то, да, ну что-то может раздражать, мы же просто живые люди. Если у тебя эта атмосфера исчезает внутри тебя, быстренько, физически заставь себя улыбнуться. Мышцы дадут сигнал в мозг, мозг определится, что ты человек радостный, и тогда наполнит тебя этой радостью по-настоящему. Мы посолили, убираем ненужную посуду, берем смесь перцев, и здесь очень щедро, ни в чем себе не отказывая. Мясо должно быть перченым. Значит, если кто-то не любит перец, не приглашайте его в гости. Потому что мясо должно быть пряным, перченым. Это же все-таки мужская еда. Почему-то я люблю мужскую еду. И угощать мужчин тоже люблю. А я тебе говорила, я не остановлюсь. Ну, все правильно. Слухай, скажи, будь ласка, є в тебе якісь новорічні традиції? Главная традиция – не иметь традиции. Ну, в принципе, можно выделить одну. Значит, встречать Новый год иначе. Не так, как в прошлый раз. Вот это традиция основная. Любишь встречать Новый рік не вдома? Например, десь у гучній компании, в ресторане? Чи... Я попробовала очень разные варианты. И в компании, и в лесу, и даже в бане. Да, то есть Новый год мы встретили в бане, а потом уже было застолье. Мне все нравится, если есть атмосфера, если рядом с тобой правильные люди, единомышленники, которые с тобой на одной волне, на одних высоких вибрациях. В общем, с двух сторон мы перчим. Маргарита, я тебя попрошу наконец-то принять участие в этом действии. Мне нужно, чтобы ты набрала в отдельную посуду оливковое масло для маринада. И сейчас мы будем запечатывать мясо в оливковое масло. Я это делаю кисточкой. Угу. Правильно. Это не традиція, просто так, просто удобно, да. Слухай, ти вже давно з Аліксом, зараз ти шеф-редактор ранкового ефіру «Найкращий день сьогодні». Розкажи, будь ласка, підкресли нашим глядачам про філософію нашого ефіру, тому що, ну, не все просто так. У нас вообще ничего просто так не случается. И могу сказать, что концепция утреннего эфира совпадает с концепцией моего утра ежедневного. Я люблю пить кофе и листать ленту новостей.
в интернете. И я подумала, что в принципе на этом можно построить целый утренний эфир. Не все люди, не все зрители любят утреннюю болтовню ведущих. Это основная фишка на всех телеканалах. И, собственно, я когда-то этим грешила в далеких каких-то там годах. Не чому, будем это чому грешила? Ти була ведучою ранкового ефіру. Да, і болтала, болтала. Тепер я подумала, менше болтовні, максимум настроєння, такий легкий серфінг по новостям, исключительно позитивним новостям. І от ви мені допомагаєте, от як все то же самое сейчас происходит на этой кухне. То есть звезды звездят, а я потом из этого создаю галактики. Вот создаю утренний эфир из ваших рубрик. Так, хорошенько запечатываем оливковым маслом. И мы оставим это с двух сторон, конечно же, это делаем. И оставим это мяско постоять, пропитаться специями и перцем. Приблизно сколько? Ну, это все импровизация. Сколько захочешь. Можно вообще сразу бросать. Это не обязательно. Так, сковородка у нас должна раскалиться. А тебя, Маргарита, я попрошу сделать самое сложное, почистить гранат. Он нам понадобится для декора. И я начинаю жарить мясо. Сейчас все будет очень быстро. Так, по-моему, можно класть. Мы сюда ничего больше в сковороду не добавляем. Сразу забрасываем мясо. Женя, скажи, будь ласка, як твій чоловік ставиться до того, що дружина – зірка? Ну, как до этого к этому можно относиться? К этому можно относиться только с юмором. И, ты знаешь, он может себе позволить сказать, если я вдруг выйду из своих звездных берегов, такую фразу, как «Евгения, ну вы же народная артистка Украины, запыниться». С юмором, серьезно не относится. Мясо на этой стороне у нас должно жариться примерно 2 минуты. Сюда же мы бросаем немножко тмина. Не на мясо, а туда, в жир, который выделяется. А мы говорили, что у нас свиные стейки, да? Здається, казали. А можно из какого-то другого мяса? Конечно, пожалуйста. Если это будет говяжье, можно немножко добавить сливочного масла. И чеснок я бросила сюда, и мы должны следить за тем, как себя чеснок ведет. Он не должен сгореть. И сразу же бросаем веточки розмарина. Не стесняемся елового запаха. Вот такое блюдо мужское. Ты, как я зрозуміла, дуже любишь специи, так? Обожаю, обожаю. Я не знаток, но вот есть то, что я проверила, и то, что мне нравится, и поэтому я стараюсь использовать. Слухай, скажи, будь ласка, якщо уявити, що у цьому житті можливо все, ну, в принципі, воно так і є. Так і є. Яким проєктом телевізійним ти б воліла займатися? В принципі, вся моя діяльність направлена на те, щоб подарить людям либо эмоцию, либо информацию, которая позволит им потом добыть эту хорошую эмоцию. Ну, какая хорошая философия. Сам себя не похвалишь. Переворачиваем мясо на другую сторону. Уже красиво. Уже пошел еловый запах. Женя, зараз ти відкриваєш наш ранковий ефір рубрикою астрологічною. Угу. Розкажи трішки про це. Ну, що сказати? Система ця працює. Можна було в этом много раз сомневаться, но однажды, якщо ти починаєш следить, як звезды работают с нами, как выполняются космические программы, то понимаешь, что все очень серьезно, что это очень рабочие моменты. И если использовать эту информацию, ты ею владеешь, то в принципе, ну правда говорят, что ты можешь управлять своей жизнью. Это как часы, и ты понимаешь, когда стоит что-либо начинать, а когда не стоит. Когда в твоих делах ты столкнешься с непреодолимыми препятствиями, а когда все пойдет, вот, как говорится, под парусом. Як по маслу. Поэтому я решила, как всегда, поделиться своими знаниями, своими возможностями собирать и компилировать такую информацию со зрителями. Ну що там, стейки? Ну, як розумію, це фінішна пряма, так? Що і зараз секретний інгредієнт, який я не озвучила в початку, але це наш рояль в кустах під названням бальзамічний уксус. Ми його будемо сюди додавати. Так, заливаємо. Немножко.
накрываем и чекаем, и немножко подождем. Маргарита, хочу тебе задать вопрос. Что для тебя самый лучший день? Найкращий день – це тоді, коли мені вдалося при всій моїй такій запальній натурі зберегти внутрішній спокій. Так ось, коли все пішло добре, іноді навіть буває трішечки сумно, тому що несподіванки, от як гранат вилітає, вони можуть привнести якоїсь родзинки до життя. Тому найкращий день сьогодні, і це дійсно мені пощастило, що працюю у цьому найкращому ефірі, тому що, ну, справді найкращий день сьогодні, ми це показуємо. І пропонуємо думати так само і нашим глядачам. У них немає жодного вибору. Так. Думати по-іншому. Ну, а тепер щепотку волшебства в виді гранатових зерен. Довіряю це тобі. Просто розказати? Да, произвольно. Так? Да. Ну все? Нет, не все. Не все? И веточку розмарина. А, вот вкус. Оце... Можна парочку? Оце найкраще. Зараз. Зараз все буде. Гілочка. І ще одна. Проверяємо концепцію. Быстро? Швидко. Красиво? Дуже. І жива їда. І жива їда. Ну що, стейки готові. Женю, дякую тобі. Тобі зараз дякую. Трішечки магії, і ми накриваємо усі разом наш сьогоднішній святковий стіл. Там дуже вам вдячна за те, що сьогодні ви гостювали на моїй кухні. Я думаю, що дійсно у нас вдалося створити гарний настрій. Найкращий день дійсно він є сьогодні, і атмосфера такою була. Ви всі дуже різні, страви у нас вийшли також різними, проте усі склалися в одне чудове меню святкове. Дякую вам за це. Спасибо, Марго. Спасибо, дуже приємно. Можливо, якісь будуть побажання, Женю, давайте щось скажеш для Запоріжжя зі святами. Огромное спасибо, Маргарита, що пригласила нас к себе в гості. Для нас всіх це дуже приємний і цікавий опыт побувати в другой системі координат, в гостях. І я хочу пожелати всім нашим телезрителям, в тому числі і всім вам, дівчатки, щоб Новий год став достойним самих теплих і самих ярких ваших воспоминаний. З Новим роком! Рада! Для приготування зірок з тостерного хліба виріжте їх форму для печива та підсмажте. Баклажани запечіть у фользі, почистіть та поріжте кубиком. Щоб самому приготувати тхіну, обсмажте кунжут зі спеціями та помиліть його у пасту. Баклажани заправте тхінною пастою, подрібленою м'ятою, оливковою олією, лимонним соком, посоліть та додайте часник. Викладіть закуску на підсмажені зірки, прикрасьте м'ятою та кедровими горішками. Для приготування новорічного вінка нарвіть салат та зелень. Заправте оливковою олією, бальзаміком та лимонним соком. Викладіть на тарілку у вигляді вінка. Прикрасьте помідорами черрі, гігантськими оливками та кульками міні-моцарели. М'ясо посоліть та поперчіть, змастіть оливковою олією. На розігрітій пательні обсмажте стейки по 4 хвилини з кожної сторони разом із часником та двома гілками розмарину. Приберіть розмарин та часник, додайте бальзамічний оцт та підсмажте стейки під кришкою. Подавайте зі свіжими гілочками розмарину та зернами гранату. Эдик, без морщин. Давай. Эдик, вся ответственность на тебе. Влада, красота. Кого мы потом похороним за плинтусом? Расслабься, мы должны нарвать медленно зелень по разным этим. Мы тут стоим и тупим зелень, рвем.
будет. Подивись, будь ласка, стільки гранату вистачить? Вдосталь. Я тут же мы пишем, извините. Это, пожалуйста, Люда, вот это вдосталь не надо. Еще раз. Стільки гранату нам вистачить, подивись, будь ласка. Просто я чемна дівчина, вдосталь, вот это не годится. Она ж потом это может взять. Це пішло не за планом, у мене згорів розмарин. Йолки-палки. Ну, користуємося. Ми затринділі, затринділі. Я вот тут, извините. Так, девочки, это эти из... Скажи, с кем тебе было легче всего? С тобой. Правильно, чтобы у меня нечего делать было. Порвали, без запаха. Не, потому что ты... Не выходила из берегов. Не, даже не в этом дело. Она так встала. Ля-л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 я
же нет. Дыму. Как правильно говорить, с наступающим или просто нет, с Новым годом? Просто с Новым годом. С праздником. Чтобы 8 марта можно было оставить. Желаю, чтобы все.